Что эта церквушка обозначает? Эта церквушка означает, что на данном месте, на данном участке дороги была авария. Но это не памятник по погибшим, как считают многие. Эти церквушки ставят в тех местах, где авария закончилась, можно сказать, благополучным исходом. И эту церквушку ставят в благодарность Всевышнему за то, что дал шанс. Вот такой позитив, можно сказать. Там внутри стоит иконка. Покажи. Кто там у нас? Николай? Чаще всего Николай. Николай чудотворец, покровитель водителей, путешественников, моряков. Вот. Если же люди погибли, бывают и такие церквушки. И там на этих местах люди погибли. Вот. Но если там люди погибли, стоят фотографии. Вместо иконок стоят фотографии погибших. Обычно написаны их имена погибших. Ну это короче.